В Харьков приехали родственники нацгвардейцев, которые пострадали в аварии под Артемовском. Пока общаться с журналистами они отказываются. По словам волонтеров, в разных отделениях военного госпиталя остаются 19 бойцов. Еще двое с черепно-мозговыми травмами в особо тяжелом состоянии в областной клинической больнице. Медики говорят, для транспортировки в медицинские учреждения по месту жительства они пока не готовы. В Харьковской облгосадминистрации заверили, все пострадавшие получают необходимую медпомощь, обеспечены лекарства и запасами донорской крови. Все они стабилизованы, и риски для их подальшего життя, прогнозу для життя, как мы говорим, не существует. То есть все достаточно стабилизованы, хотя некоторые травмы є достаточно важкими. Смертельное ДТП произошло вечером 5 января на трассе Славянск-Артемовск. Там столкнулись два военных автомобиля «КРАС» и автобус «Богдан». Погибли 12 бойцов Национальной гвардии Украины, которые ехали на ротацию.